На конкурс дети читают стихи. Здравствуйте, меня зовут Эйзли Екатерина. Сегодня я хочу вам рассказать стихотворение собственного сочинения, которое называется «Война». Короткое слово «Война». А горе в нем целое море. Много солдат унесла она. Они не вернутся с боя. А память живет на земле. И в праздник 9 мая погибших в блокаду мы вспоминаем. Несем к близким цветы и головы низко склоняем. Спасибо всем тем, кто наш город спасал, страну, что Россией зовется. И память в сердцах молодых навеки пускай остается. Спасибо.